конца весны, начала лета в зоопарк стали привозить свежие ветки с листвой, вполне себе с листвой. С удовольствием они едят иву. Ленивцы-то сами придут. Сами-то ленивцы у нас придут сегодня получать вкусную еду. Ленивцы ленятся. Альберто уже ждет. Ну, тогда разложу то, что принесли, и выдам им немножечко в рот вкусностей. Вареный картофель у нас удается исключительно им в рот. Альберт, посмотри, что у меня есть. Альберт, посмотри, какая штука. Картошка. Держи крепче. Во. Сегодня мы собрали им Маша броненосцу вареную курицу. Пару кусочков оставлю ленивцам. Просто оставим на земле валяться кусочек авокадо, кусочек банана. И более чем хватит. Вот еще один кусочек банана. Все остальное ленивцам. О, Альберто не удержал картофель. Ну как так? Вот их кормушка. У нас сегодня вареные овощи в ротик. И, соответственно, свежие овощи просто в миску. И еще эксперимент. Выбираем из травы всякие одуванчики, веронику. Им оказалось тоже очень вкусно, им нравится, они едят. Прям ни одной травинки не оставляют. Все съедают. Так, Альберт уронил картофель, но попытка не пытка. Выдать вторую. Ну, держи крепче. Два кусочка курицы я им оставлю просто поверх лежать. Вот. Вот такое сегодня скромное меню. И вполне себе довольные ленивцы.